Здравствуйте, мои дорогие подписчики, зрители, случайно забежавшие на огонек любопытные граждане. Вот я стою на краю города, видите, дождался, решил снять красивый планчик и заработал. Вон там слышно, как звенит переезд. Ну, я сейчас собираюсь, вон те сопки, да, я мысля была туда сгонять, но я решил съездить опять, где я был, в сторону Амурстали, а потом проехать обратно по дамбе, залезть на сопки, снять вот это великолепие, потому что я глянул, в прошлый раз я был 15 сентября, и как бы что изменилось, вон едет тепловоз, для которого движение перекрывается, ну, в смысле, на переезде. Машин уже уйма, я, конечно, на час раньше хотел стартануть, но что-то промухал с зарядкой, и плюс ждал, когда потеплеет. Ну, сейчас где-то 12 градусов, поэтому не так, в общем, холодно. 12-13, теплее будет. Вчера было 20, то есть октябрь вообще удивляет. Вместо снега, который положен в это время быть, тут, значит, какая-то просто дичайшая жарища. Ну, вообще, все уникально, в общем, в этом году. Год как никогда ни на что не похож. Ладно, куча машин, говорить не дают, уезжаю отсюда, короче. Вот если можно смотреть, натурально уже проганит ветер, уже даже пытается меня сдвинуть вот по траве, видно, по кустам как он прибывает, проганит. Нифига себе. С утра был штиль, такая идиллия, а сейчас вот, ну, если я опирался на него, какой-то подъемчик дался, вот, честно говоря, повторять не хочется. Ну, вроде как смотрится, чего тут типа забираться, вспотеешь. Я тогда минут 20 карабкался, просто весь мокрый и так далее. Ну, конечно, видуха того стоит, можно так с транспорта сходить к нему легонько, положить его где-нибудь здесь аккуратно в кусты. Можно даже так, кстати, не таскать его. Здесь мобиль запах, да, не видно, нет такого, закрыто. Закрыто, да. Все-таки поймать на машине. Сейчас смотрю на сопок, не видно датчик, да. Туда, куда я показывал, скалы и прочее. Вообще не наблюдаются, нифига. То есть видны только ближние сопки и за ними еще ряд километров на 8. Такого пространственной картины нет. Равно как и озеро смотрится абсолютно. Ну, во-первых, там волны, никакие облака в нем не отражаются, то есть рябь, это, у него цвет сразу другой. Во-вторых, у него воды просто резко меньше, уже вода упала на 2,5 метра, поэтому, что стоит на насыпи, там пылища, там самосвал ездит во всю, ёлки-палки, прям пылища дикая какая-то, вот пылит по насыпи один, второй, что это они решили? До Нового года ее успеть сдать. Какая-то безумная абсолютно воскресенье, да. Безумная деятельность. Ну, как всегда в этом дурдоме, в общем. Там поедешь, будешь опять зачуханный. И она так поднимается, что она ж сюда ее несет. Там просто что-то едет, дымит прям. Как будто он горит в кузов у него. Сейчас попробую увеличить. Не видно, бликует, не берет его. Ну, дым такой разносится, и дым аж офигеть до сюда доводит. Все, удовлетворился, весь процесс недолгий был. Место освободили нам обзорное, за 30 секунд вот так постоять ехать стоит, не знаю. Странный народ, короче. Ну, у меня термос, тут бутерброды, я налегке не езжу, я особо не завтракал, я не прочь. Я только манной каши с утра, наверное. Скромный завтрак истинного аскета, бляха. Вот, блин, а я уже не переору, наверное, слушайте. И лужа, вот здесь, кстати, лужа, вот тоже удивительно. И высохла.
не перекричу я. А вот там. Ну ладно, пешком сюда схожу сейчас. Попробую поснимать и потом тоже спускаться. Ну вот и место, где были утки. И мы видим, что мы ничего не видим. Сейчас никаких уток поставлю на подножку. Вообще никаких уток, никаких цапель, никого. Зато мы видим целых два, даже там, по-моему, три экскаватора, если не четыре. Вот один, там еще два, и он там, по-моему, еще один. Ну, ближе подъеду, вижу, что это за имитация такая. Все лето ни хера не делал. То есть последних две недели до ноября вдруг резко, что они отпраздновать праздник хотят. Кстати, ротаны вовсю вон лазят, рыба вот. Кстати, полно рыбы. Вот, видите, идут. Это от рыбы. Это никакая не это самое. Ни лягушки, ни ветер. Рыба прям стаями ходит. Слушайте, удивительно. Да, ротаны вывелись. Вон они прям ходят. Поверху причем. Туда-сюда даже где-то плюхаются. Ну, понятно, почему тут цапли были. Удивительно, как она попала сюда. Ну, как бы... Рыба есть рыба, она с икрой там, с птицами и прочее, прочее. Ну, зашла как-то вот. Может, раньше были они тут. Вот полосы прям полно, их кишмя кишит. Вон там, вот стайками лазят. В этой зачуханной илистой воде, ну, само то для ротанов, такое любимое у них. Почти болото. Большой рот у них. Гроза европейская их водоема. Да, занесли его в аквариум сначала. Он там размножился, начал жрать. Здесь-то у него куча врагов. Прежде всего щука, те же цапли. Он так не размножается западной частью. Плюс самы, сомики даже, касатки. Так, ну что, еду дальше. Блин, я так чувствую, я сейчас скакать там буду. Они этими экскаваторами дорогу совсем измочалили. Ну, вот здесь куча была, помните, мы сидели у нее обычно. Нету ее и бревно, вал, бревно еще осталось, кстати, до бревна я доеду. А кучу экскаваторов все разровнял. Ну, чуть дальше еще, метров 300. Амурский мост виден. Вот он, Мылковский мост. Ну, помаленьку, более-менее.